О, парадокс! Рождаемость падает, смертность растет, а жилье с каждым годом все дорожает и дорожает. В чем тут дело? Выручает только одно – смех над собой. Присмотритесь, присмотритесь ко мне. Ничего не замечаете, нет? А ничего и нету. Все застрегнуто, причёсано, ничего не перебасывай собаку. Не перебасывай собаку. Что-то мне... Некоторые слова я не могу сказать. Думаете, я пьяный, да? Не. Это мне медсестра вклалола ни то, ни теми, ни турда. Вот такой мне. У меня буквы мерчутся. Вы присмотритесь, присмотритесь. У нас в стране созданы все условия, чтобы каждый человек мог стать инвалидом. Каждый. Мужик переходил улицу, посмотрел налево, посмотрел направо, а ему сверху на голову упал светофор. Тетка садилась на остановке в автобус. А водитель этого не ожидал. Она только ногу поставила на срупеньку. Он дверь закрыл и поехал. Так эта тетка пол остановки своей перческой тротуар подмертала. Жильцы вызвали аврарейку. Ну, потому что в подъезде так пахло газом, как будто всех запсунули в духовку. Газовщик приехал, посмотрел на трубу, там спустился в подвал, посмотрел на трубу, говорит: «Оу! Все, говорит, ясно. Сейчас только перекурю и...» В общем, после выхода из больницы он может говорить только «и». «Как же ты оплешмал? И...» «Хорошо, жив остался». «Закурить хочешь?» Так что я еще легко обделался. Потом уж некоторые слова не могу сказать. Вон, двое качнелись, накачнелись. Тросик оборвался. Куда они улетели? Кто-то их видел в районе Индонезии. Водопроводчик вечером вылез из люка, крышкой люк, конечно, закрыть забыл. За ночь в этом люке столько народ набилось. Сколько в банке клилик не бывает. Главное, виноват же водопроводчик, а все, кто туда проваливался, почему-то вспоминал его мать. Даже иностранцы орали: «Мазер, твою фазер!» Женщина пришла к косметологу. Попросил ее омледить. Ну, кожу на лице нартянуть. Он ей так нартянул. Пупок на лбу оказался. Она, когда глаза открыла, она не поняла, что где вообще. Ну, как ей обдеваться вообще? Косметолог сказал: «Мы это проправим, волноваться не надо». И проправил. Пупок вниз съехал вместе со лбом. Живот сзади, волосы спереди. Руки вниз, ноги вверх. Бедра перпендикулярно вдруг в другу. Она глаза открыла, где-то из-под мышек смотрит. Что-то говорит: «Не пойму, где я?» А сама на локтях сидит, зад в руках держит. Косметолог сам овшизел. Спросил: «Вы случайно не внучка Пикассо?» В общем,
Да здравствуют наши инвалиды, которые, несмотря ни на что, живы. Инсульт, привет.